более похожему на искусство, больше похожему на искусство. О, вон там где. Где здание с красной крышей, там и железнодорожный вокзал, но туда. Я не знаю, хватит у меня энтузиазма добираться. Довольно жарко. И опять перманентные стройки. Перманентные. Что-то пристало слово просто. Слово паразит. Вон он. Вон я его вижу. Пойдем-ка мы напрямик. Мама дорогая, да что ж тут еще можно было перерыть? Тут, кстати, в парке в саду Шевченко есть дубы, у которых корням дубов более 600 лет. Так пишут. Не знаю, насколько это возможно с точки зрения биологии. Но... информация есть. Нет, тут какие-то прямо траншеи выкопали. По какому поводу? Что-то могут такое масштабное тянуть. И от чего к чему. Ну вот. ККЗ Украина. Киноконцертный зал Украина. Много там посадочных мест, да, но, по-моему, одно это для того, чтобы принять этот зал с символом Харькова, мне кажется, мало. Тут рядом зоопарк, вот он уже, вот заборчик, это уже зоопарк. У него, по-моему, больше прав символом Харькова считаться, тем более сейчас он в таком великолепном просто виде его. Ну, правда, я был там года два назад. Это больше, господи. Еще до 14-го года. Уже тогда там была такая перестройка капитальная. Было на что посмотреть. Это дельфинарий Немо. По-моему, самый крупный дельфинарий в Украине. Боюсь соврать, но преодолевая страх. Надо же. Тесты Роршаха. Вот сколько раз здесь был, никогда не обращал внимания. Может, такое освещение. Парапет вот этот на каскаде. Эти подпорочки. Мне сейчас напоминают, как будто обезьяны в противогазе. Похоже, нет? Вот каскад тоже такой символ, по-моему, достойный.
Вот. Чуть пониже спуститься, наверное, интересно, воду там пустили, не пустили. Да. Туалет. Слава богу, хоть туалетов понаставили. Раньше, я помнится, хобби у меня афористика. Году так в 10-м написал в Харькове так мало туалетов, что символ города зеркальная струя. Сейчас бесплатные только в парке Горького. Ну хоть платных понаставили кругом, уже спасибо. О, воды нет. Ну ладно. Там что-то разнесли, да, пейзажик так себе, особенно труба. Ни к селу, ни к городу. Ну, что есть. 1655. И 1955. То есть 300 лет. Харьков, по-моему, 1654. По крайней мере, в 2004 году. К... ...350-летию Харькова выпускали и монеты. Национальный банк Украины. Где мы, как мы дальше? Это придется возвращаться назад. Пройтись по Рыморской, да? Это можно тут недалеко еще памятник влюбленным сходить. Но... Ладно, будем придерживаться. Ладно, что посмотрели, посмотрели. Посмотрели площадь Свободы. Раз. Общая композиция площади Свободы является символом города Харькова. Официально утвержденным. Газпром здание. Два. Киноконцертный зал Украины. Три. Хатоп. Четыре. Зеркальная струя. Пять. Памятник Шевченко 6.